Итак, дорогие друзья, приветствую всех любителей футбола, Люджи Лиги. Всем вам пламенный ассаламу алейкум. Мы начинаем очередной игровой день и начинаем его с минуты молчания в честь всех погибших. Как вы знаете, 29 октября назначено днем траура в Казахстане. Что ж, минута молчания окончена. Не самое позитивное, не самое мажорное начало этой трансляции. Но, как бы то ни было, мы с вами готовимся услышать стартовый свисток и будем наблюдать противостояние команд Cypher и JTSU United. Хорошая вывеска. В целом, в этом сезоне вообще не бывает неинтересных вывесок. Бывают более или менее интересные матчи. Уже постфактум. Но так этот сезон в J-лиге, конечно же, просто бомбический. Будем надеяться, что дальше будет только лучше, больше. У микрофона, как вы уже могли догадаться, Артем Морозов, АК Рике Язбаев, АК Мистер, извините. Ну и давайте я оглашу вам составы команд. Так, опасная атака от Cypher. Я после этого продолжу. Они угловой зарабатывают. Cypher... играю в своей вот такой вот интересной форме. Я не знаю, как ее можно обозвать. Форма Апачи. Что-то индейский, да? Индейские мотивы присутствуют. Мне понравилось, лично мне. Вот лично нашему Паше Корнилову она понравилась. Мне тоже понравилось. Не буду скрывать. Другая же была форма. Там то же самое, только снизу желтая. Так, давайте посмотрим за розыгрышем углового. И все-таки после этого я уже продолжу оглашать вам составы команд. Не лучшая подача, но тем не менее опасность в воздухе витала. Выбивается мяч командой JTSU United. Офсайд зажигает лайнсмену, там мяч оказывается в любом случае в руках у вратаря. Офсайд, тем не менее. Так, Cypher. 99-й. Сандыбаев Арлан, вратарь команды. Дальше 11-й. Рахимжанов Алмаз, капитан. 55-й Ачилов Асылхан. 4-й Суиндыков Даулет. 12-й Умертай Улжас. 17-й Аубакиров Ернур. 14-й Бигбаев Осет. 7-й Шиманбаев Адиль. 44-й Ермеков Тимирлан. 24-й Кабдулин Хайрат. И 18-й Нуртазин Олжас, он же Крайм Волшебник. Запасные игроки всего двое. 21-й Буликеев Алишер и 69-й Абдуллаев Эмиль. Под любимым номером нашего оператора и режиссера играет Абдуллаев. Это его любимый номер 69. Курбанали признавался, что если бы он был игроком, то играл бы именно под этим номером. Состав команды JTSU United. Первый номер. Егор Никифоров, дальше второй, Милютин Михаил, капитан, четвертый, Ергали Хусаинов, четвертый, Пернебек Даниял, десятый, Аймухамбетов Эрик, 18-й, Лакеев Виктор, 11-й, Маутканов, опасная атака была, Маутканов Мирас, 31-й, Жексинбиев, Аблай, 28-й, Бахат Бахжан, 7-й, Пернебек Даниял и Болат Тимирлан под непонятно каким номером тут заявлен. 27-й, что ли? Ладно, разберемся по ходу. Запасные 11-й. Вновь Маутканов. Интересно. Так, видимо, нет. 35-й. Санжар Шарипханов. 16-й. Ильзат.
И фамилия, опять же, непонятно. Кур какой-то, Кур Ильзат, не знаю. 30-й Умаров Асет. В общем, как-то так. Смотрим за атакой. Вынос. Далеко выбивает мяч голкипер. Крайм, волшебник, не сумел зацепиться за мяч. И владелец снарядом Сайфер. Апачи. Не прошла передача от Ачилова по флангу. Нуртазин. Нет, все-таки мячом завладевают Жетесу. Аут. Так, а почему у ЖТСУ 6 номера нету? Это, по-моему... Так. Гульмухамад Фротан же играет под 6-м. Вспомнил. Представляете? Я поражаюсь своей памяти. Хорошая поперечная передача. У бровки поля стоит Илья Завадский, коуч команды Жетесу Юнайтед, и дает наставление своим партнерам. Семереченцы с мячом. Передача на третьего. Мухаммад Фротан сохраняет мяч в поле и зарабатывает аут. Неправильно, вот. И право разыграть мяч за лицевой переходит к команде Сайфер. Одиннадцатый номер с мячом. Капитан Рахимжанов Алмаз играет на вратаря. Перевод на Ачилова. И передача в центр на Убакирова Ернура. Между собой такой был между игроками команды Сайфер. Сейчас Финзидана проходит. И передача дальше по флангу. Точно. Угловой в пользу Сайфера. Навес. И удар головой от капитана Алмаза Рахимжанова. Это было близко. Настолько близко, насколько и далеко. Милютин. Играет направо. Заброс вперед. Здесь капитан Сайфера играет просто и надежно. Сандыбаев. Перевод направо. Рахимжанов. Посмотрите, как высоко встречают своего оппонента семереченцы. Интересно, вынудят ли ошибиться? Да, вынуждают. Работает высокий прессинг.
Так, опасно и... Но подработка не лучшая. Вот пернебег Даниэла. Продолжается атака. Удар! Какой гол! Забивает команда JTSU United. Браво! Браво! И гол. Лакеев Виктор записывает на свое имя от перекладины. Шикарный гол получается забить. Один из лучших голов тура, возможно. В терсере. Леха, твои прямые обязанности обороны, ты понял? То есть мы потеряли мяч, мы скрутили, понял? ВАР отправляется пересматривать Кайгалиев. Теперь смотри, 31 в конце забирает. Вперед, вперед пропанули, там офсайда не было. Не было? Смотри, 31 забирает. Если бы вот этот тыкал, базаров нет. Вот видишь, он промахивается, этот забирает. Нет, ты что, Макс, серьезно, что ли? Итак, дорогие друзья, после пересмотра ВАР гол засчитан. Ноль один. Едем дальше. С мячом Кабдулин Кайрат. Помогает ему Иманбаев. Иманбаев. Штрафной зарабатывает на себе седьмой номер команды Сайфер. Пас-центр. Отбирают мяч JTSU United. Аймухамбетов Эрик. Вот это да! Отбивается Сафи. Заброс. Ух ты! Интересно сыграл сейчас по мячу Рахимжанов. И как хорошо работает прессинг у команды JTSU United. Нуртазин, браво! Пас направо, точно сыграна. Кабдулин. Продолжается атака от Сайфера. Передача направо, но там никого уже не оказывается. Аут.
Тамик. Пан, что ты кидать? Передача по флангу. Лакеев. Аут в пользу Сайфера. 1-0. Пас на вратаря. Арлан Сандыбаев. И аккуратненько передача по флангу, но Гульмухамад Фратан снимает вверх. Штрафной в пользу номинальных хозяев. Разворот, ССР, разворот. Илюха, ближе! С мячом Сайфер. Алмаз Рахимжанов. Здорово. Выбивает мяч куда подальше. Бахат. Бахжан. Посмотрите, еще и удается аут заработать команде в черно-лиловом. Это ведь лиловый цвет. Поправьте, если ошибаюсь. Давайте я заодно зайду сейчас, посмотрю, есть ли комментарии от вас. Неудачная подработка. Аймухамбетов Эрик. Пас налево, Гульмухамад. Фратан. Лакеев. И можно бить. Стенка. Угловой зарабатывают номинальные гости. А есть несколько комментариев. Танжар Бекенов пишет Сайфер. Алга. Арстан Байбусынов пишет Сайфер. Вперед. Чистый фол. Экстази 777 пишет. Красавцы Житсу. Насчет того момента я скажу так, что нарушения правил там не было. Я вместе с рефери пересматривал ВАР. И пусть я не являюсь профессиональным судьей, но я являюсь, так сказать, опытным болельщиком, смотрителем футбольным. И я там нарушения правил со стороны команды JTSU United не углядел. Вы знаете, что я абсолютно непредвзято всегда смотрю матчи и не выбираю сторон. Итак, штрафной, Бахат Бахжан подает, снимает вверх высокорослый капитан Алмаз Рахимжанов. И через левый фланг развивается атака от Сайфера, но пока что заканчивается аутом для них. Так, запрос вперед. Привет. Хорошо, спасибо. Хороший перехват. И пас вперед. Лакеев на газоне оказывается. И Максат Каиргалиев показывает на точку. Но нужно будет смотреть ВАР наверняка. И желтая. Ну, уверенно здесь Каиргалиев действует. Не сомневается в своем решении, и ВАР, видимо, пересматривать не будет. Сейчас
Сам же виновник торжества, автор первого мяча Виктор Лакеев, будет исполнять 11-метровый. Я так понимаю, это, по-моему, новобранец команды «Житус». По крайней мере, ранее я Лакеева на поле не видел. Павел Корнилов, инспектор ВАР, пересмотрел момент и... пересматривает. Ну да, это пенальти чистый. Я вот тоже краешком глаза посмотрел. Это чистый пенальти. Так. Удар! Забивает Лакеев. 0-2. Эй, не расслабляться. Хороший перехват, пас в центр. И с мячом Сайфер. Интересно, куда пропал Терри Тима? Отыграл один матч, был всем доволен. И вот его нет. Аут. Влажных салфеток нет? Влажных салфеток нет? Где? Где? Ну дай. Где? Да. С мячом Сайфер. Ачилав. Переводит снаряд на левый фланг. Пробирается Ермеков Тимирлан там. И... аут. А, вот в пользу Сайфера. Мяч пересек лицевую линию и... Номинальные хозяева разыгрывают мяч из боковой. Тяжело пробраться в штрафную площадь соперника. Там прям очень плотно держат оборону черно-лиловые. Подача и... будет ли удар? Не похоже на это, звучит свисток. Штрафной. Игра лежа. Опасно. В пользу «Житус Юнайтед», да, там опасная игра была. Аймухамбетов играет на защитника, вынос не лучший, можно в центр отдать, да. Идентично мы мыслим с Умертай Ужасом, по крайней мере в данном моменте. И Аймухамбетов Эрик нарушает правила на сопернике. Подача, аут. Подача. Офсайд.
Так разыграли мяч черно-лиловые. Милютин, вынос. Далеко получается выбить мяч. А вот здесь уже лучше. Фратангуль Мухаммад подрабатывает себе головой на ход, но... Здесь коллективными усилиями удается мяч отобрать Сайферу и заработать аут по итогу. Аут разыгран. Умертай. Еще шире играет 17 номер. Албакер Фернур. Стеночка. Аут разыгран. О, посмотрите. Градус возрастает и желтая карточка показана Ернуру Аубакирову. Вот просили настоящий футбол, пожалуйста. Подача, которая приводит к угловому. От головы Нурмухамбетова Эрика мяч покидает пределы поля. Илья, и вот тот момент, раньше правую сторону перекрой, и от этого эпизода не будет. Навес. Удар в лед. Нет, это прием. А почему бы не попытаться пробить, да? Задаюсь вопросом. Штрафной. Действительно, посмотрите, как накаляется игра. Ставлю на тотал желтых карточек 3,5 больше. Так, хотя я против ставок, но тем не менее букмекеры, мы открыты к сотрудничеству. Подача. 1xb, свяжитесь с нами. Кстати, на Лигу Чемпионов 1xb давал же линию. Знаешь, на Лигу Чемпионов G-лиги я имею в виду. Да, было дело. Да-да-да. Неточный пас. Заброс. Яралик Усаинов убивает мяч за пределы поля. Правильно все сделал. Ух ты, Данияр Каримов. Неплохо, но пас все-таки на троечку был. Не самый точный. Но почеканил здорово. Аут. Лайнсман хорош. К слову, я не бью. Судейский состав лучше поздно, чем никогда. Максат Каиргалиев, главный рефери, помогают ему лайнсмены. Данияр Каримов и Айдос Койшибай. Штрафной зарабатывает Сайфер.
Эмертайл сейчас подает на дальнюю штангу. Так, там столкновение головами, по-моему, произошло. Лежит на газоне игрок команды Jets United. Мечом дорожите! Мечом дорожите! Хороший вынос. Скидка головой на вратаря. Кабдулин. Не дошел мяч до Нуртазина. Оборона, Ера. Перекатывайте мяч, не отдавайте. Аут. Ух ты, посмотрите, как распушились волосы у капитана команды Сайфер Алмаза Рахимжанова. Настоящий лев, прям с гривой такой. Тарзан, я бы сказал даже. Макс, Макс, вар, посмотри, иди. На удаление или на карточку, там вар. Вар, посмотри, просит. Рефери. Ой, рефери, а коуч. Так, дорогие друзья, вот такая вот внутренняя кухня была. В общем, да, смотрим дальше. Совсем ничего остается до конца первого тайма. Аут. Выбывает на некоторое время Жексембиев Аблай из игры. Довольно-таки серьезно досталось 31-му номеру по ногам.
по ноге, точнее говоря, выше колена в мышцу. Попали и штрафной зарабатывает GTSU United. Макс, запусти игрока. Давай, атаки! Тоже смотрим внимательно за исполнением штрафной. Посмотрите, возвращается же к себе Фаблай на поле, сразу же будет пробивать. Удар, мяч прилетает в стенку, еще один выстрел, но смазанный уже получается с левой ноги у 31 номера команды GTSU. United отбирают мяч подопечный Завадского на чужой половине поля. Лакеев остается без мяча. Здесь постарался Бигбаев осет. И тем не менее, последнее слово остается за высокорослым форвардом команды GTSU United. Звучит свисток. Штрафной в пользу Сайфера. Едва ли не последняя атака сейчас будет проводиться номинальными хозяевами. Так, штрафной. Здесь уже Аймухамбетову досталось по ногам. Две минуты добавляет Максат Кергалиев. И 10 секунд остается до завершение первой добавочной минуты. Последняя, вот теперь уже точно последняя атака от команды Сайфер, которая заканчивается штрафным. И что еще, желтую карточку? Да, желтую карточку показывает Каиргалиев. 69-му номеру. Которого в протоколе я не могу найти. Курбанулина на сушке. Илья, кто по 69-м играет? Так, подача. В общем, тезка коуча команды GTSU United играет по 69-м номерам. Звучит свисток, первый тайм окончен. Отправляемся на перерыв. Подсказывает,
курицу. Все по правилам, брат. А вот ты выйдешь? 10, 15, 10. Как это стоит? Паузу поставили? Да, да. Там внизу 35 сделайте, правую сторону. Внизу там. 35? Да. Второй там на жизнь. Давай так, да? Да. Тогда внизу 45 сделай пошли. Вот здесь? Да, сам внизу, да. И плей на жизнь, очень малое плей на жизнь. Очень похоже на это на стенку. Курицы два, хорошо? Курицы. Да, две курицы. И колу. Итак, дорогие друзья, второй тайм матча Cypher и GTSU United стартовал. У микрофона по-прежнему Артем Морозов, АК Рике Язбаев, АК Мистер, извините. Ну и счет на табло 0-2 в пользу команды Ильи Завадского. Посмотрите, как резво начинается вторая 35-минутка. Торопись, Бага, поставь хорошо его. Так, момент опасного. Давай.
Так. Неплохо. Прострелы отбиваются семиреченцы. Борьба за мяч. Я слышал, как настраивалась команда Cypher на второй тайм. Кипер команды Орлан Сандыбаев просил играть жестче и агрессивнее. Ну и мы видим, что заряженными вышли на вторую половину встречи номинальные хозяева. Заброс вперед. Штрафной в пользу команды Cypher. И подача. Это такой даже удар был больше со стороны седьмого номера Иманбаева Адиля. Михаил Милютин обыгрался на бакет Бакжана. И пас налево. Фратан Гульмухамад. По ногам достается автору двух мячей от команды ЖТСУ Виктору Лакееву, и Максат Кергалиев дает свисток. Навес. Отбиваются. Cypher. Нуртазин Олжас, пас налево. Точно сыграна. Еще дальше передача по флангу следует. Аубакиров Ернур. Аубакиров. А вот здесь вот уже нельзя сказать, что хорошо сыграл 17 номер команды Cypher. Удар! И мяч попадает в сетку с внешней стороны. У Паши, по-моему. Паша, он пошел в магазин. Ты знаешь, ключи давал тебе? У Паши ключи, по-моему. Он ушел в магазин. А, вот же. Так, извините, дорогие друзья, за то, что отвлекся. Ну так один ключ дал, да, или полностью. А, нам от будки только дали, от поля нет, не было. От поля не было. От поля не было ключ. Извините, в очередной раз внутренняя кухня, иногда приходится отвлекаться. Заброс. Продолжается атака от команды Cypher. Перевод направо. Отлично. Еще дальше. Чисто здесь играет Бахыт Бакжан в отборе. Лакеев. Одаренный, конечно, от природы парень. Заметно это. Несмотря на свой юный возраст, хорошими физическими показателями он обладает, антропометрией, как для форварда. Отворот все-таки, отворот. И так, с мячом четвертый номер. Ачилов Асылхан.
Поперечная передача и удается мяч сохранить. В поле нет, все-таки аут. Подача. Мяч зависает в воздухе. И передача в борьбу сделана. А вот по итогу достается команде Jitsu United. Наутканов Мира здорово там поборолся. Желтая. Желтая карточка для Маутканова Мираса как раз таки. Так, по-моему, мой тотал карточек сыграл уже. Либо одна еще нужна. По-моему, одна еще нужна. Пас по флангу. Нуртазин. Ух ты! Мне друг другу помешали игроки в черно-лиловом. Кэп идет вперед сам. Тернисто выглядит атака от команды Cypher. Можно налево отдать. Есть передача, только не так, как я предполагал. Удается сохранить мяч под контролем номинальным хозяевам. Солнца не было. Спасибо. А это что, пирожки? Пирожки? А это пирож... А это сосиска? Это сосиска? Штрафной в пользу Jitsu United. Так, на поле появляются 31, 35 и 30 номера у команды Jitsu United. 35-й Шарибжанов Санжар. 30-й Умаров Асет и 31-го в протоколе я не вижу. А 31-й это Жексимбиев Абылай, по крайней мере, так заявлено. Но Жексимбиев был заявлен как игрок старта. Трансляция виснет, говорит Эмир. Аут. Заби!
Ух ты, Лакеев на партнера и... Не дали пробить здесь Пернебек Даниялу. Так, вроде бы не висит, нормально все. Так, как много комментариев добавилось. Арастан Байбусынов пишет, дети в кураж вошли, молодцы. В смысле дети, мужики, они отвечают на это сообщение. Экстази 777. Удар с рикошетом, который приводит к угловому. Танжар Бекенов пишет, мужики на лесоповале, а это мужчины. Экстази пишет, ну что-то эти мужчины проигрывают. Камбэк из Риал, бокового в Сайфер надо. Арстан Вайбусын. Так, Айбек Кабалбеков пишет Сайфер до конца. Приятного аппетита, чтобы там не было. Спасибо большое, извините, пожалуйста. Я проголодался, буду откровенен, извините. Постараюсь не чавкать, не чамкать и не жевать. И вообще постараюсь... Максимально беззвучно все делать. Ладно, смотрим за угловым. От команды Ильи Завадского. Чего ждем? АВАР пересматриваем. Главное, чтобы свежие пирожки были. 100%. Асползен, приятного, спасибо. Кепка Прахмет. Вроде свежие. Рекомсы. Как там? Рахмет. Вчера что там? Мать взять остается? Нет. Нет, не Баханди, к сожалению. Или к счастью. В общем, угловой, дорогие друзья. Подача. Подбор за командой Жетус Юнайтед. Удар и... Очередной корнер для семиреченцев. Камера отключилась. Зенки, разуй свои. Пистолковок. По заты не дал бы. Баханди всегда на высоте, особенно с Лазжаном. 100%. Что ж, угловой теперь уже от команды Сайфер. Подача и... Отбивается ЖТСУ Юнайтед. Подбор, конечно же, за Сайфером. Мочилов. Шикарная диагональ. В атаке семиреченцы.
Да? Да? Это чью, интересно, съел? Досика? Чью я съел? Да. Подача. Самый дым. Так, заканчивается атака. Как же ТСУ заняли последнее место в своей группе? Вопрос хороший. Очень хороший. Ну, видимо, долго раскачивались. Долго раскачивались. Что еще можно сказать? Набирка откуси. Добивай уже, что ты? Добивай, ну куда ты? Что это такое? Асы. Сов на дейке уже. Левый, значит. Лакеев на партнера. Там есть другая. А, все такие. Или состав поменяли, игра вроде хорошего пацанов. Ну, состав не поменяли. Единственное, что, как я сказал, пришел в команду Виктор Лакеев. Вот как раз таки, который дублем отличился. Возможно... Эрлинг Холланд, Jets United. Да, Эрлинг Холланд, Jets United. Действительно, хорошее сравнение, слушай. Точное. Какой? Второй? Я его раньше не видел. А он в этом сезоне с начала сезона. Да? Не сначала. Не сначала же. Или сначала? Я вообще думал, что он из взрослых. 17-й касса. Ну, не, видно, что молодой, видно. Но я думал, ну, повзрослее будет, типа 21-22. Чистый фон, ёлому. Пас назад. Слишком сильная передача получается от голкипера. Команда Cypher, неправильный ввод мяча. Лакеев остается без мяча. Пас в разрез, здорово! Но офсайд фиксируют у Тимерлана Ермекова. Ермекова.
57-я. Свисток. Штрафной в пользу Сайфера. Так, что там наши зрители пишут? Давайте посмотрим. Ничего нового. Так, что такое? Игра рукой была, да, у Милютина? Да. И теперь уже очень опасный штрафной в пользу номинальных хозяев. Вот же, у второго. Вот у него. Не надо, не надо, скажи отмена, ты чё? Да все, там руки были, вы чё? Все правильно, все. Паша свистанул. Так, штрафной, штрафной. Предлагаю не моргать. И удар! Гол! Шикарный розыгрыш штрафного от команды Сайфер. И отличается Алмаз Рахимжанов, капитан команды. Защитник, который забил уже больше двух голов, если память не изменяет. Настоящий Рамос Терсеры. Если Лакеева коллега Еркебулана Мангельдин, который прибыл на поле, сравнил с Холландом, то я бы Рахимжанова Алмаза сравнил с Рамосом. Продолжаем смотреть. Преимущество команды Sheffield United уже становится совсем хлипким, минимальным. На выходе играет Никифоров, забирает мяч в руки. Надо, чтобы чуть-чуть было. Десять минут остается до конца матча. Интересно, что произойдет за эти 10 минут. Мы с вами сейчас посмотрим. Подсказывает мое скорпионье чутье, что есть новый комментарий в атаке. ЖТСУ. Да, есть комментарий. Штрафной в пользу Сайфера. А Ян Марат пишет: ЖТСУ вперед, Дамир лучший, Егор, тащи, Викинг. Танжар Бекенов пишет: не мудрите, пацаны, просто бейте штрафной. Ну, красиво разыграли, нужно сказать. Домашняя заготовка наверняка какая-то была. Может, по ходу сориентировались, симпровизировали вот такой розыгрыш стандарта, который по итогу оказался голевым. Арстан Байбусынов пишет: после окончания игры попросите у медиков кислородный баллон для 14 номера Сайфер. К слову, у Сайфера очень короткая скамейка запасных сегодня. И у Сайфера стоит Сандыбаев Арлан. Коллега поинтересовался, видимо, в каких-то своих
каких-то своих интересах. Танжар Бетенов пишет: Голазор! Дагер Карибаев, рисковый, разыгрывают 16 метров. Слышишь? Сказал тебе, 62-я. Сындыков не сумел доставить мяч до партнеров. Милютин. Пас в разрез. Никифоров. Супер дебют в Торнадо. Кто? Да ладно. Ну и Сарсенбаев, Жанарис. Галиф, Мерсари. Хамбара нет, но Астан, Бермтай. Кеш, дай, пожалуйста, этот. Пожалуйста. Чтоб я пошел. Торнадо, Арлан, Б, сделай все. Это сальто будет? Нет сальто? Я же жду сальто. Все ждут сальто, клянусь тебе. Если выйду сегодня, я вижу, что упали бы. На сегодня старте. Все ждут, клянусь. Я смотрю Торнадо ради этого только. Вы нас. Ух ты, какая война там завязалась. Рефери показывает, что нужно будет по свистку разыграть штрафной. Ух ты, неплохо мяч закручен! Какой гол от Сайфера! Иманбаев один сравнивает счет. Невероятный гол! Какие сегодня мячи залетают. Просто пушечные. 2-2. Вот так вот. Два. Итак, акция протеста, дорогие друзья, от Ильи Завадского. Просит он свою команду покинуть поле. Ну и я не знаю, этот... Как будет, какое решение будет принято, скорее всего, просто в федерацию дальше передадут дело и будет приниматься решение. Но, скорее всего, техническое поражение просто будет засчитано команде ЖТСУ United. В таком случае, на сегодня этот матч заканчивается, и мы будем переходить к следующему противостоянию. Торнадо и
Вулфс. Правильно же? Или Борис? Торнадо и Борис? Да, Торнадо и Борис. Маша,